О, тайга. Папан в тайге идет. Приехали. Такая глухомань, черничник, брусничник. Ходим туды-сюды. Ничего не было. И вдруг. И вдруг, смотрите, что попалось, друзья. Вот такой красавчик. Представляете? Обалдеть. Надо его зафоткать, да? Давайте сорвем этого красавчика. О, какой барабинг. Вот он. Барабинга. Смотрите, какой. Красавчик. Вас приветствуем, друзья. Мы снова с Папаном в тайге. Опять выходной день, и мы опять рванули. Уже пятый раз. Не можем усидеть дома. Хотя грибы появились, конечно, рядом, но маловато. Мы хотим много. Вот приехали искать. Плюс сосновые. А, какой у них запах вообще. Ну что, друзья, погнали в тайгу. Походим здесь. Может, найдем чего интересного. Вот таких надо искать. Тайга. Ходим тут. Березки, сосны, черничник. Брусничник. И смотрите, друзья, увидел вот этого. Начал подходить. А там еще один, нифига себе. Вот они, зелено-муховые барабинги. Давайте. О, какой грибочек, друзья. Вот это грибы. А? Красота. Вот это да, смотрите, шляпочка какая. Ровненькая. Так, ямку мы прикроем. И посмотрим на этого товарища. А этот вообще, да? Еще моложе. Ну-ка. Или он не один, что не пойму. Нога такая. О! Ух ты какой! Вот он какой! Зюзя! Сосновая! Сосновая Зюзя и компания. Ну красавчик же, да? Какая необычная форма. Просто прелесть. Смотрите, два супер гриба. Ямочку закроем. Грибочком полюбуемся. И отправимся дальше в тайгу. Хожу тут брусничник такой. Этот гриб я сбил. Оглянулся. Еще. Смотрите. Стоят беленькие. Молодые. Хорошие грибочки. Ух ты. Вообще классный, смотрите. Молоденький, классный грибочек. Ха-ха. Обалдеть. И смотрите, в корзине-то уже не пусто. Отлично. Классные грибы вообще. Особенно вот эти зюзи сосновые. Супер. О, Миша, еле добыл. Это не лес, это полоса препятствий. Я уже две пары ног сломал. Три раза кричал «караул». Сейчас вызову вертолет. Отсюда. Нафиг. Невозможно здесь ходить. Но попадается же, да? Это тебе попадается. Мне вот нечаянно попался. Как будто кто подложил. Ух, какой. Держи, Папан. Ну, а, друзья, я подошел к Папану. Думаю, где-то тут Папан грибы находит. И чуть не споткнулся. Тоже вот чуть ногу не сломал. А там этот грибочек. Нифига себе барабинга. Брусничный. Смотрите, фантастика. Япона-мама. Зелено-муховый. Бруснику ест. Брусничный и сургучный. Смотрите, какая шляпочка-то. Брусничный-сургучный белый гриб. Ну, давай часок отлежимся. Ну-ка, давай сравним-то. Часок полежим и дальше пойдем. Березовый и сосновый. Фантастика. Иду по брусничнику тут. Такая низинка, сам холм. Здесь вот уже травка. И смотрите, вот так вот наткнулся на хорошенькие белые грибочки. Во! Замечательный гриб. Молодой. А этот что нам скажет? О! А этот тоже хороший, смотрите. Ой, отломился тоже. Чистоган. Смотрите. Такие два кабана.
Вот это грибы уже. Это уже жареха. Хорошая причем. Два гриба. Обалденно. Классно. Сейчас мы здесь порыщем. Идем дальше. И тут папан замечает грибочек издалека. Смотрите, а он сизый. Цвет-то у него. Это гриб сизарь. Молоком должен пахнуть. Сизый, а не молоком пахнет. Интересно. Такой. Давай, неплохой грибочек, да. Интересно. Нет, не чую. Не чуешь? Семена. Не, мхом пахнет. Угу. Ну, на сизарь, Миш, точно. Да, цвет-то сизый. А еще где, да? Попробуйте найдите, да, друзья? Вот так идешь. Только если наткнуться можно. Грибники со всех сторон народ, слышишь? Грибники. Нас найдут. Иду по канавке. Вижу очистки сначала, а потом, смотрите, сбоку канавки. Это что? Белый, сосновый, смотрите. Сосновый белый гриб. В канавке. Классно. Это уже будет пятый. То есть здесь есть грибы сосновые. Грибников, конечно, больше, чем грибов в этом лесу. Но у всех свой гриб, друзья. Это вы знаете, да? Не только белые попадаются, но и, знаете, такая оранжевая шляпочка. О, какая! Опа! Хороший, желто-бурый подосиновик. Ну что ж, отлично. Берем. Тут елочка рядом, может, из-за этого он тут примостился. Чудесахтунг попался, смотрите какой. Я подумал, шлепун. А он такой твердый, смотрите. А нога-то какая. О-о-о! А это просто вообще богатырь. Это просто гриб. Или я муромец, смотрите какой. Он хороший. Во, что это с ним? Это, наверное, еще один грибочек рос, и он наш так и остался на шляпке. Нифига себе монстр. Вот это грибочек. Офигеть. Красавец. Так, интересно. Вот тот богатырь, друзья. Нашел еще один, не стал снимать. Ну, шляпун, в принципе. Но смотрите. А это кто? Опа! Молодой, смотрите. Классный грибочек. Вообще супер. Какую-то грибничку нашел, получается. Вот так вот мы исследуем новый лес. Тайгу. Вообще здесь никогда не были. Первый раз сюда приехали и ходим. Мотаемся по лесу туда-сюда. И никак не могли найти. И вот... попалось что-то. Ха, это польский гриб. А это что? А это белый гриб. Смотрите, вместе стояли. Удивительно. Два брата-акробата. А по шляпкам, кстати, одинаковые по цвету, да? Вот поэтому их называют польский белый гриб и белый гриб. Смотрите, друзья, а рядышком еще какой красавчик. Откопался. Ой, какой. Ой, а нога там какая, друзья. Вот это да. Нифига себе. Какие классные грибы сегодня попадаются вообще. Отменный гриб просто. Шикарный. Вот это да. Приятно такие собирать. Ножкой, ух. Ну, супер, друзья, прелесть. Тайга. Рядом еще польский стоит. Смотрите, они такие, с листочком. Хорошие такие польские, как белые. Папаном зашли на край света. Доехали до тупика по дороге в лес. Тут болото, и пошли по краю болота. Вы представляете, друзья, смотрите. Ну-ка.
Нифига себе! Вот такие грибы на краю света. Ёгарный бал. Нифига себе, папан. Хорошо, что я к тебе поближе подошел. Папан-то, знаете, какой мусор. А я тут этого пытаюсь вытащить. Не получается, он просто монстрюга. Сейчас, друзья, о! Фу! Нифига себе, какой гриб! Он еще и идеальный, смотрите. Какая шляпочка. Просто идеал. Тут вот еще рядышком, смотрите. Молодой вообще. Маленький. Малыш. Твердый, как камень, кстати, вообще. Что здесь за место такое? А это что? Куда мы попали? Это кто? Ёгарный бабай! Ни хрена! Ни хрена себе грибы, блин! Вообще, куда мы попали? Край света, друзья! Ни хрена себе грибосы, смотрите! Вообще, ездим, везде грибники кругом. Толпами просто лазят. Мы дальше в лес забурились вообще. И смотрите. Ни хрена себе! Смотрите. Я думал, он шлепун. Какой шлепун, смотрите. Красавцы просто идеальные. Ёханый бабай. Папан тут занялся упаковкой грибов. Пошел, край света, Миш. Тут уже деваться некуда. Вот он, видишь, красавчик. Ёхаламана. Во. Это вот, который люди местные любят. Ароматы. Мы их сушили-то, да? Вкусный, да, березовый, сушеный самый вкусный. На втором месте слиток золотой. Потом идет только сосновый. О, видишь, бэм. Это уже семена. Клондайк какой-то. Семенной фон. Что за место такое? Это даже хорошее может быть. Интересно. Вот какой. Ножик тебе? Нету. Нож там. О, собиратель. На бугре. Приехали на край свет без ножей. Надо за корзиной бежать. Что тут за чудо такое, вообще непонятное. Чудесный лес, да? Лягушки не квакают, не слышу я, да? Кар-кар, ворона. Ладно, погнали дальше. Я вон папан. Супер следопыт. Напал на жилу и идет по ней там. Не и может остановиться. На край свет привез. Там вот этот лесок, и все, дорога кончается. На краю света такие грибосы, да? Ну-ка, папан, покажи, что у тебя там. То, что я люблю. Сегодня таких немного, но. Вот так. Нифига себе. Сказочный. О, посушим-то. Чипсы будут. Обалдеть, друзья. Что, есть там? А тут смотрите, что папан нашел. Это просто вообще картина масла. Видите? Представляете? Ёкарный, какие грибы. Еще. А здесь еще. Да, сфоткать, друзья, я не могу так. Сфоткал этих красавчиков, друзья. Ой, какие они вообще. Давайте посмотрим. Ой, он идеальный. Молодой. Ножка сетчатая, смотрите. Каемочка беленькая. А шляпка Эль Негро. Вот он, Эль Негро. Давайте вот этого посмотрим. О, какой грибос. Нифига себе. Классный. Два. И вот этот шарик. Опа. И еще шарик молодой. Представляете, какие здесь грибы. Это просто чудо вообще. Ну, папан. Все, я присваиваю тебе 150-й уровень, папан. Те три гриба. А, не три. Я тут еще один, кажется, пропустил, смотрите. Может, я его даже задел. Смотрите, это вообще шарик. Обернулся. Обернитесь, я здесь. Как в песне. А вот тут папан еще оставил. Говорит, иди посмотри. Это он так поставил, смотрите. Хорошенькие грибосики. Ух, нифига себе ножка-то, смотрите. Шляпка немножко плесневая. Это гриб, смотрите. Просто монстр. Забираем. Да, классное место. Это просто удивительное место, друзья.
Только что я там сорвал эти грибы, а тут рядом, смотрите, какие лезут из песочка. Сосновые. Сосновые боровики, смотрите. Раз. А вот еще один человек. Ох! Какой шарик, он не маленький, смотрите. Во. Ну, прелесть, друзья. Сосновая. Это фантастика. Дерево. Увидел срез. А рядом со срезом, смотрите. Сосновый барабинго. Но он только на тонкой ножке. Но все равно гриб-то классный, смотрите. Сосновый. Видите, кратер. Папан там уже четвертый, говорит. Закашивает там. Пойдем посмотрим, что папан нашел. Папан, ну что там у тебя есть? Не покажи. Мешай, не мешай мне некогда. Что там? У меня еще карманы есть. Вот. Барабинки клюют здесь. Нифига себе. Вот на краю земли что творится. Вот так. Да. Ой, на краю земли грибы есть. Мало кто сюда доходит. А там только грибники были, вон, где походили. Смотрите. Какие грибосы у Папана в руках. Там еще у меня есть. Троица. Еще. И я тут нашел еще, друзья. Смотрите. К Папану подошел. Ой, Папан! Нифига себе! Ёкарный бабай! Смотрите, что это? Тут двойной. И как будто гриб на грибе вырос вообще. Это даже сфоткать, друзья, сначала, смотрите. Нифига себе. Вот это клондайк, да, Папан? Надо за корзинягой идти. Корзиняга. Пойдем. Пойдем за корзинягой. Так. Ну-ка. О, точно, смотрите, друзья. Так оно и есть. Супер гриб. И гриб на грибе вырос. Ха, в сосновый, смотрите. Это просто вообще чудо. А? Нифига себе. Причем какой гриб вырос на грибе. Смотри, видал, Папан? Они идеальные. Я такого еще не видал. А какой из них мой-то? Чего еще он из шляпки? Да, ты слышишь? Это вообще гриб на грибе-то. И грибом погоняй. Ай, ты куда? Не падай. Это падать не надо. Это супер находка. Что это за место такое? Но это не все, друзья. Сейчас я вам покажу тут. Смотрите, уже сколько. Ай. А тут еще. Ёкарный баба. Смотрите. Нифига себе. Вот это грибосы. Йо. А здесь еще зелено-мховые. Еще два. Представляете? А вот еще. О, какие они классные, друзья. Это фантастика. Неужели мы попали на этот клондайк? Сейчас я так поближе положу их. Смотрите, вот все, одна поляна. Какие красавчики. Фу, просто нет слов вообще. Одни эмоции и слюни. Фантастика. Смотрите, друзья, только тихо. Не надо разбудить. Тот грибочек спит еще, видите, калачиком согнулся. Он, Папан, осторожно. Я этого еле догнал, он туда рванул. Вот еще какие-то спящие у тебя тут. А это я не видел, Папан еще дошел, смотрите. Ну, что, я за тобой хожу. Давайте возьмем спящего. Эй, дружок, ладно, ты спи, я тебя просто заберу так аккуратненько. А ты спи дальше вот так вот. Опа! Опа! Видали, какой спящий клубочек? Нифига себе, вот это да! Вот это грибочки. Норку мы его прикроем, а грибочек заберем. Но тут Папан говорит, еще спят два. Смотрите, еще спят. Вот тут, кстати, что-то срезало уже. А вот эти-то два. Смотрите, какие. О, они тут изнутри. Хобана! Сдвоенные, смотрите. Нифига себе, вот это мы попали, друзья. Мы еще ту кучу не относили даже. Сейчас отнесем, обалдеем от того, сколько мы вообще собрали грибов. Чудо!
Это фантастика, друзья. Смотрите, как стали попадаться. Ой, тут двойной лезет. Как его вытащить? Во! Смотрите, чудо какое. Классные грибы. И еще есть, смотрите. Они прям вот так, смотрите. Во мху. Барабинговые белые. Ой, оторвался. Частяк. Я его оторвал. А что, он дальше идет? Ой, там еще, оказывается. Подосиновики? Не знаю. Вот, тут, оказывается, еще был. Нифига тут. Тут какой-то клондайк грибной, смотрите. Вообще, куда мы попали? На край света. Где сплошные грибы. Вот папан. А вот его супер находка. С чего началось клондайковое шествие на краю земли. После того, как я по пояс черники тут отходил 3 часа, позволил себе такую найти. Представляете, друзья? Давайте попробуем. О! Получается, смотрите. О! Это что? Это змей Горыныч. Ой, паук ползет. Гриб змей Горыныч. Представляете? Чудо вообще. Сегодня просто чудесные находки. Ай, нифига себе. Представляете? Змей Горыныч. Змей Горыныч на краю света. На краю земли. Ну что, друзья, мы грибочки сложили в корзиночку. Ну, эту. В корзинягу. Огромную, которую. И идем дальше сейчас. Смотрите. То есть корзиняху мы уже набрали. Вон змей Горыныч. Вот гриб на грибе. Вот зюзик. Вон спящий. Барабин. Вот так вот. И идем дальше в тайгу. Все, друзья, продолжаем косить. Папан уже начал нарезать. Я быстрее к папану подошел. Это кушары. Ой, это вот гриба съел кто-то. Наверное, уже не пойдет. А это что за... О, он такой, смотрите. Нифига себе. Ёкало, да он хороший. Он позеленел, но он твердый. Папан, у тебя корзина больше? На, держите кабана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе, да? Вообще твердый. Твердый, да, классный. Это гриб. Шоколадный. Нифига себе тут клондайки. Смотрите, тут продолжается. Ну, вот это шлепунец уже. А здесь, смотрите. Вот это. Опа. Вот такой, среднего возраста. А этот? Этот уже шлепунец мягенький. Не пойдет. Ё, вот это да. Я бы пока... Еще два? Да. Какой-то... Опять на краю света. А тут смотрите, друзья, как стоит. Смотрите, прямо на кочке сверху. Идеальный. Ой, какой. Смотрите. Идеальный белый гриб вообще. Прямо на кочке сверху. Представляете? Чудеса. Все, мы опять косим. Продолжаем. Закос. Опа. А этот? О! А этот? Ножка. А, червивая ножка, кстати, смотрите. Мягкий. А этот что скажет? Дружок. Это тоже какой-то мягкий. Ну, один хороший. Один хороший точно. Идем по нашему краю земли. И смотрите. Опа-на. Какой монстрик попался. Ёкаламанная нога-то какая. Это самый монстрический гриб. Под шляпкой бело. Первый сорт, друзья. Вот такого размера, смотрите. Папан нашел.
Сейчас мы здесь покрутимся. Вот такие надо срочно найти. О, какие красивые грибочки попались. Маленькие маховички, карапузики. Тоже возьмем такие вот, такие классные грибочки. Рука уже черная вообще. Вытаскиваю грибы с удовольствием. Барабинга. Какая-то нога. Представляете, какой гриб. Это надо сфоткать, друзья. Давайте сорвем его теперь. Ох! Дыхание перехватывает. Монстр вообще. Нифига себе гриб. Там ничего в норке не прячется больше. Не, закрываю. Нифига себе. Вот это грибосы. Так, корзиночка пополняется. Хо-хо-хо. Еще попался, дружок. О, какой монстрик. Красавец. Ух, мощь. Да, это садюга. Хоп. Еще барабинга. О, какой классный, смотрите. Вот это вообще идеальный грибочек. Идеальный, да? Красавчик. Надо еще поискать. Так вот. По одному попадаются потихонечку. Классно. Вот это да. Вот это грибаунд. Это фантастик. В папоротнике. Может, там еще где-нибудь. Вот такой красавчик. Вы готовы, друзья? Только сначала надо валидол выпить. Карвалола. И валерьянки. А теперь смотрите. Представляете, какое чудо. Ёк-ломаны. Какие грибы. Они еще и не срываются. Вот это монстры. Ох, ёкалы. И вот этот шарик. Счастье. Сорвал я этих. А здесь рядышком, смотрите. Опа-на. Еще. Чудесные барабинги. Такие. Обалдеть вообще. Ни одно сердце не выдержит. Вот такой рубец. Вот так вот.
Сегодня не грибы, папа, а слоны попадаются, да? Для зоопарка будем брать. Смотрите. А ведь они... Смотри, что там. Они ведь хорошие, шляпки, я чувствую. Смотри, потому что здесь очень хорошие шляпки у подосины. Ёклуны. Ай, одна оторвалась. О, они какие-то рыхлые. Наверное, они под мороз попали. Под холод. Да? Ничего. О. Ну, здоровые. Чистоганы? Да. Чистоганы. Вот такие вот слоны. А это кто? О-о-о. Еще попался. О, нога-то там какая. О, слоник. Да, сегодня грибы так грибы, здоровые. Хороший. Классный грибочек. Тут, кстати, зеленый мох, дубок осыпался. Какое-то место такое, завалы. А, слонов нашел. Нет, я таких не видал еще. Смотрите, друзья. Это не слоны, это его лепешки. Лепешки слона? Слон туда ушел. Ну, давайте посмотрим, ой, что там за грибочек-то. О! Ну, может для быть... Для дедушки пойдет. Может быть, даже неплохой. Это эти вот уже... Эти все. Так, а эти что? Скажут, еще два. Их два там даже. О, неплохо. Не, он мягкий, все вымокший. А, вымокший, не пойдет. Сейчас раскидаю семена туда. Так, сюда. Вот один может быть. Еще тут, смотрите. Кстати, не успели, друзья. Ну, мы первый раз здесь. Поэтому мы не могли успеть никак. Йо! Это еще один Змей Горыныч. Папа Змей Горыныча. Видите, тоже твой хлавый. Ну что, сынка мы твоего забрали. Сказочный. А ты... Отдыхай дальше. Ладно, пойдемте дальше. Вот, друзья, смотрите. А вот этот уже помоложе. Смотрите, какой красавчик. Наш кассетчатый. Грибочек. Ой. Вот это да. Какая сеточка, да? Под шляпочкой белый. Первый сорт. Нога твердая. Просто шикарный. И мой первый грибочек. И вот такой грибной ток, друзья. Это даже не все. Вот корзиняга. Это мы еще сходили. Кабанов, слонов набрали еще. Таких вот. Как вам такой грибочек? Классный. Вот гриб на грибе, да? Супер. Вот он, Змей Горыныч, самый главный богатырек. В общем, довольный, как слоны мы с папаном. Просто счастлив. Вот счастливый папан. Да. Ну, если, у меня там еще пакеты и полкорзины. Там еще есть грибы, да. Но они такие немножко пострашнее. А эти вообще просто отборные, классные. Ну все, папан, бинго. У меня там хороший, по-моему, что-то придумаешь. Ладно, друзья. Офигенно. Сейчас поедем домой. Все. О! Вот такой грибной ток, друзья. Красотища. Это лучшая грибалка была в этом году. Вообще. Дождались, наконец. Уже середина октября. 15-е, кстати, число. Вот такие грибосы. И это, кстати, Подмосковье, друзья. Представляете? Так что погнали мы домой. До новых встреч. Пока. Следите за грибными новостями. Ху-ху.